Завтра день рождения у Марка. И я, насмотревшись на опыт своих подруг, которые делают шикарные, потрясающие тортики. Делать я их, конечно, не умею. Делаю впервые. Мне помогают мои друзья. Сегодня первый опыт. Торт достаточно простой в приготовлении, но вообще пробовала его в оригинале. Очень, кстати, неплохо. Сейчас расскажу, что мы делаем. Но, честно сказать, у нас экспресс-вариант, потому что совсем не было времени печь коржи, поэтому я их купила в магазине. Такие три коржа. Что мы делаем? Берем 33% сливки, ягоды, это еще не все. Завтра будет это земляника, ежевика, голубика, завтра будет клубника и малина. Загуститель для сливок, что мы будем крем делать сами, желатин. Мы сейчас пюреризируем землянику, зальем ее желе. И это будет один из слоев тортика. Но пока что все, сливки, ягоды, коржи, крем. Сейчас покажу, как делать. Смотрю, мы с Лаурой украшали своими силами, как можем, к Маркусикому день рождения. Все, что я здесь нашла, это цифру 9. Такую надпись. У нас 10 раз все оборвалось. Лаура молодец, помогала. Ну, такое вот украшение. Торт готов. Завтра покажу, что получилось. Именинники ищут подарки. Домой. Я хочу спутник. По традиции они спрятаны по всему дому. Шарт, ну, искал трубы. Ну что, показывай, что у тебя тут? У меня тут скелет. Чтобы не рубануться, штыки, шлем, потом это пауэрбанк, скалтрупер и ламушка. Скелет. Нам крупно повезло найти вот такую ламушку. 48 евро. Да, что там в ней, не знаю. Ну вот, Марк, тебе 10-й год пошел. Какие игры? Fortnite. Да люблю я, чувак. Встаешь вот так ногой на край, чтобы он повернул вот так. Угу. Так, именинник разбирает свой подарок. Еще. Давай, раз, два, три, погнал. Девочки, возвращаясь к истории с тортом, он у нас ночью постоял в холодильнике, все три коржа пропитались. Сейчас все это украсим ягодами и верхний слой будем выкладывать также кремом. В общем, промазываем крем, так, верхний слой, прям обильно, чтобы он по бокам тоже был. Ну, в общем, вот так вот получается. Смотрите, третий слой мы тоже сделали. Вот такой вот беленький, красивенький. Сейчас сверху выложим ягодки. Вот добавили еще таких кружевных украшений. На самом деле просто из такого пакетика сделали кондитерский мешочек. Ну, вот как-то так пока получается. А в середине будет большая цифра 9. Вроде ничего. Вроде неплохо. На самом деле, все очень просто. И в любом случае, это будет не покупной, а домашний торт. До конца его доделаем фейерверками. Здесь будет циферка 9. Вот такими вот плавными движениями делаем такие розочки. Все очень просто. На самом деле, впервые делаю торт. Какой-то особой сложности в таком торте нет. Как делала крем на торт? 33% сливки, не десертные. Взбиваем до кремообразного состояния. Если они не взбиваются, для того, чтобы прям вот такие они были пышные и густые,
Можно добавить загуститель для сливок. Он продается в любом магазине. Выглядит он вот так. Все. Больше ничего добавлять не нужно. Крем взбит и все три коржа промазываем кремом. Везде добавляем ягоды по вкусу. Мы делали конфетти из земляники. Просто с сахаром сделали пятиминутку земляничную. С сахаром, с водичкой. Все напишу. О, Леночка, поздравляю, сыночка у тебя дорогая. Спасибо большое, как приятно. Ой, какой торт у вас шикарный. Да, ну, вы даете прям рядом с тортиком. Валечка, давай к вискаре. Я Валечка, да? Александр Николаевич, ну вы просто вообще... Спасибо всем большое за поздравления. Поскольку Марк у нас приболел, мы сегодня собираемся дома, ждем друзей. Сейчас будем накрывать стол. Вот у нас окс тут нарядная. Ну что, дети собрались поздравить нашего именинника дорогого с днем рождения. Сынок, мы тебя все поздравляем с твоим 9-летием. Сынуль, ура! Взрослых тоже немножко. Ой. Кусает самый большой кусок. Марк, ты будешь...